Друзья, всех приветствую. Я сейчас нахожусь в городе Барановичи, школа номер 13. Ее когда-то заканчивал мой папа. А также здесь учился Михаил Николаевич Пташук, известный белорусский кинорежиссер, артист. И он здесь пишет на этой доске, что впервые докоранулся, по-белорусски так как прикоснулся к мастерству, то есть к культуре, да, которая потом и связала его как бы жизненную карьеру. Все мы с вами хорошо помним фильм «В августе 44-го». Он снимался под Барановичами. Актеры, кстати, описывали, допустим, Владислав Галкин с женой рассказывали, как они путешествовали через Барановичи-Полесски. Такая школа, сейчас здесь школа мира. Школа была открыта в 1939 году, носила название школа номер 1 Брест-Литовской железной дороги по улице Клубной. Учебное заведение сотрудничает с православным храмом Святого Александра Невского. При школе есть краеведческий музей, мемориальная комната Михаила Николаевича Пташука. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и до новых встреч.